Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні у мене для вас печиво з дитинства. За вашими проханнями приготую горішки. Всі ви їх добре пам'ятаєте. Їх готували в кожній родині. Наші бабусі або матусі. Ну а зараз готуємо ми. Перед вами поки тільки ті продукти, які понадобятся для теста. И готовить его буду самым простым холодным способом. Поэтому сливочное масло, желтки и сметана у меня только-только из холодильника. Видно, что пленочка в тепле запотела. И для этого теста, приготовленного таким способом, лучше возьмите не сахар, а сахарную пудру. Пудра в нем быстрее и легче растворяется, и оно получается намного нежнее. Желтки и сметану пока убираю в холодильник, чтобы они не нагревались. А сама приготовлю сухие продукты. К муке добавляю сахарную пудру, обязательно ее просеиваю. Разрыхлитель, ванильный сахар и 2 щепотки соли. Если готовите не на сливочном масле, а на маргарине, кстати, берите его тоже сливочный, жирностью не ниже 72%, то можете соль вообще не добавлять. Или добавьте 1 щепотку. Я думаю, она лишней не будет. Так, все хорошо перемешала и высыпаю сюда холодное сливочное масло. Я его предварительно нарезала небольшим кубиком. И сразу рублю скребком на более мелкие кусочки, а потом перетру руками. Если у вас нет сахарной пудры и будете замешивать с сахаром, тогда берите масло комнатной температуры, взбивайте его с сахаром до полного соединения, до кашицы. Добавляйте порциями желтки, сметану и продолжайте взбивать до полного растворения сахара. Только потом добавляйте муку. И вот когда уже нет больших кусочков масла, перетираю все это руками. Оно сейчас хорошо растирается с мукой и получается вот такая вот крошка. Мягкая, холодная и не крупная. Пока это отставляю в сторону, подготовлю желтки и сметану. Их надо хорошо-хорошо перемешать до однородности. В муке делаю углубление. Муки по рецепту надо взять 260-280 граммов. Я, как всегда, взяла меньше, чтобы не забить тесто. Здесь 260. Вы делаете точно так же. Начинайте с меньшего количества. Лучше потом добавите, уместите ее на столе. Мука у всех разная, кому-то понадобится чуть больше, а кому-то наоборот меньше. Вот заметно, что уже вся мука увлажнилась, в ней хорошо растерлось масло. Видно, что тесто собирается в комочек. Вот теперь можно домесить рукой. Но долго его не месите, не согревайте, только до однородности. Вот должно получиться такое мягкое, однородное, можно сказать, даже немного липкое тесто. Но совсем чуть-чуть. Все, теперь раздавливаю его по донышку миски, накрываю пленкой в контакт, чтобы оно не подсыхало, не заветривалось, и отправляю в холодильник где-то на час. Можно его разделывать и сразу, но для орешков лучше его охладить. Прошел час, тесто остыло, делю его на 8 кусочков весом по 70 грамм. Коврик ничем не подпыляю, не смазываю маслом, тесто не прилипнет. Лучше это сделать взвешивая, чтобы тесто у вас не вытекало из сковородки, не горело, чтобы было меньше отходов. У меня вот такая вот сковородка, я знаю, что в ячейку достаточно 7 грамм теста. Но орешки бывают разные, поэтому вы лучше сразу определитесь с весом. И теперь каждый кусочек подкатываю в жгутик, и уже можно на глаз поделить на 10 одинаковых частей. Если с тестом не справляетесь быстро, лучше половину отправьте в холодильник, чтобы оно не таяло, чтобы из него не выделялось масло. Сразу все кусочки подкатываю в шарики, а потом делаю из них бочоночки, чтобы хорошо ложились в форму. Сковородку разогрела со всех сторон и один раз смазываю растительным маслом, вот совсем чуть-чуть. Средний шарик не смазываю, я не делаю такой орешек. Немного
Пока еще держу зажатую сковородку на огне. Несколько секунд и отпускаю. Не держите долго. Будет много вытекать теста. А так они будут пышные, высокие. Не прижимая ручки, переворачиваю. Не надо уже сдавливать подпеченное тесто. Посмотрите, какие они красивые. Вот такие вот ровненькие, пышные. И с этой стороны обжарились. Если вы сделаете все правильно, не согреете тесто, из него не будет выделяться масло, оно получится нежное, рассыпчатое, песочное. Видите, по краешкам ничего не течет. Немного выдавилось тесто. Не засекаю, поскольку они шарятся, просто заглядываю, проверяю. Ну вот так вот и достаточно, не надо их сильно зажаривать. Так, все скорлупки готовы. Посмотрите, какие они румяные, красивые. Осталось их только очистить. Это удобно сделать вот таким вот образом. На досточке обрезаю все излишки. Скорлупка не ломается, остается целой и вот такой вот ровной. Теперь эти крошки собираю в пакет и прокатываю скалкой. Можете измельчить блендером или просто на столе раскатать, как вам удобно. Измельчаю до мелкой крошки, так как начинку буду выдавливать из мешка. Вот теперь можно готовить крем. К сгущенному молоку добавляю сливочное масло. Все эти продукты должны быть комнатной температуры. И взбиваю до однородности. Масло здесь не обязательно, по вашему желанию, но орешки тогда получаются неприторно-сладкие. И всыпаю крошку. Не бойтесь, вкус она не испортит. Также можно добавить ореховую, но не рубите их очень мелко. Можно поставить на некоторое время в холодильник, чтобы крем застыл. Тогда работать будет с ним более удобно. Если у вас нет вот такой вот насадки на выходе 0,5 сантиметра, то возьмите плотный пакет и отрежьте уголок. Им тоже удобно будет заполнить орешки. Заполняю скорлупки, наполняю где с горочкой, где без. Потом буду подбирать, чтобы они хорошо склеились. Смотрите, как это удобно. Крем из мешка произвольно не течет, несмотря на то, что он такой жидковатый. И вот как только соберете орешки, поставьте их в холодильник. Пусть крем застынет, они схватятся, будут одним целым. Вот все орешки. Порция небольшая, так что можете ее удвоить или утроить. Если будете соблюдать все пожелания во время приготовления, то я уверена, что они обязательно понравятся вам и вашей семье. Орешки недолго простояли в холодильнике. Давайте посмотрим, какие они внутри. Как себя ведет тесто, сколько начинки. Орешки получаются очень вкусные. Посмотрите, много начинки. Нежное песочное тесто, орешек не развалился. Это говорит о том, что тесто не твердое. И, кстати, они не приторно сладкие. Готовьте с удовольствием, радуйте своих любимых такой вкусной домашней выпечкой и приятного вам чаепития. Ну а если вам подобаются мои рецепты, подписывайтесь на канал, делитесь ними с друзьями, залишайте комментарии, дякую за вподобайки и пожелаю вам всего наикращего.